Запоры – это такая страшная вещь, отравляет организм. То есть организм начинает гнить изнутри, отсюда малокровие, всякие кожные проблемы, ротовые, проблемы с ротовой полостью. То есть организм гниет изнутри, поэтому обязательно запоры – это ни в коем случае допускать нельзя, а для этого нужно, естественно, поддерживать нормальный образ жизни, который способствует, не способствует возникновению такой патологии, потому что запоры, и отсюда, кстати, депрессия от запоров, депрессия. У меня был человек, мой ученик, которому я вылечила запоры очень быстро, хотя у него с самого детства запоры были почти 20 лет, представляете? И он даже никогда не мог подумать, что из-за запоров у него плохое настроение, у него мерзопакостный характер возник, раздражительный. Вот, поэтому люди должны знать об этом, что запоры ни в коем случае нельзя допускать. А это что? Это ваш образ жизни, это движение и питание для начала. И постоянное очищение. Опять же, возвращаемся по кругу. Добавлю еще, что возникновение запоров будет способствовать последствиям возникновению любого заболевания. Вообще люди заблуждаются, леча какой-то один орган. Потому что если что-то где-то не в порядке, это значит не в порядке весь организм. Об этом это древнее учение, это Авиценна знал, это знали все истинные врачи, истинные лекари. Лекари нашего века, Неумывакин, Шаталов, все это знали. Врачи, да, лечат отдельно печень, отдельно сердце, отсюда возникновение всяких разных специализаций. А в итоге, а что, организм, только одно сердце у нас есть? Если у нас что-то болит, это значит, у нас не в порядке весь организм в целом. Идет нарушение сначала биополевой структуры, изначально пробоина. А потом уже там, где тонко, там и рвется. То есть там, где тонко, там и захватывает болезнь ту часть тела. Но лечить нужно изначально. То есть заниматься всего тела. Мы единый организм. У нас отдельно печень не живет, не пошла в магазин печень. Сегодня у нас печень пошла в магазин. Завтра у нас сердце пошло. Мы единый организм. И что самое главное над ним? Разум. Разум. Нету разума, не будет здоровья.